Медицинский центр «Лотос» прекращает прием пациентов по страховым полисам. Без помощи медиков могут остаться 13,5 тысяч челябинцев. О своем решении руководство частной компании уведомило областной Минздрав. Изменилась структура тарифа. Даже вопрос не в цене, вопрос в том, что раньше был тариф на прикрепленное население и отдельный тариф был на параклинические услуги. То есть практически за каждое исследование, которое выполнял пациент, были дополнительно оплаченные деньги. С января 2015 года изменили систему расчета и ввели подушевой тариф. По принципу «все включено». То есть клиники в равной мере оплачивают обслуживание пациента вне зависимости от того, сколько и каких услуг он получил. По новым правилам, с 2016 года на каждого пациента в месяц выделяется в среднем 180 рублей. Сюда входит как обслуживание больного, так и все исследования. А это и сдача анализов, прохождение ЭКГ, УЗИ и МРТ. Такая практика стала убыточной. Частная клиника потеряла 10 миллионов рублей. В «Лотосе» готовы снова принимать пациентов, если тарифы ОМС увеличат. Однако городской Минздрав уже принял решение. Прикрепленные к «Лотосу» пациенты, а это жители северо-запада Челябинска, будут обслуживаться в клинической больнице номер один. Ранее это население относилось к городской клинической больнице номер один. И на сегодняшний день проводится очень большая работа, чтобы вернуть офис врача общей практики, который располагается у нас там же недалеко, на Тополиной аллее, где и будет обслуживаться это население. Но эта мера временная. По распоряжению губернатора с 2016 года на северо-западе Челябинска начнется строительство поликлиники на 1200 посещений в смену. Деньги на объект уже заложены в бюджет. Новая поликлиника может появиться уже через 2 года. На 12 тысяч рублей каждому жителю страны окажут медицинскую помощь в следующем году. Такое подушевое финансирование за счет бюджетов и ФОМС утвердило правительство России. Как и раньше, любой человек вправе обратиться в государственную больницу или поликлинику и бесплатно получить гарантированную ему помощь. Кроме того, установлены максимальные сроки ожидания приема у врача, а также некоторых диагностических исследований, например, компьютерной томографии и МРТ. Документ будет опубликован на сайте Кабинета министров позднее.